Давайте начнем. Значит. Угу. Значит, трусам не место в этой битве. Воины рвутся в бой, а потом вызывают огонь на себя. Значит, все существа получают способность рывок и провокация. Окей. Итак, значит, все существа с таунтом, значит, бесполезны. Точно так же и все существа с рывком бесполезны. Значит, самое лучшее, я думаю, взять магния, думаю. Так. Значит, что мы возьмем? Возьмем два фаривуракса. Не уверен насчет робота. Возьмем усиление. Тебя на всякий случай. Это нам не надо. Ну, вот этих девочек, пожалуй, возьмем. Не знаю, будут ли они работать или нет, но ладно. Тебя возьмем. Вот этот должен хорошо работать, по идее. Далее. Это все не очень, это все не очень. Все не очень. Защитница. Ну, такое. Значит, в первую очередь нам нужны существа, у которых слишком хорошие характеристики. Но при этом какие-то убытки, да? То есть это яйца, это... вот этот парень. Стелс бесполезен. Так. Яйца. Ну, как этот крикер такое. Мультинов, не знаю, может быть. Так. Что еще я хотел? Это все ерунда, это все ерунда. Ну, может быть, кобра сразу вот такой резкий ремувал. Можно вот это вот. Да, кобра вообще интересная. Приобретение в нашу колоду. Далее. Вот этих ребят, потому что они слишком хорошие по характеристикам. Нет, троек. Да не так много троек. Сейчас посмотрим еще. Воргина, конечно. С воином-то Воргина, а? Здорово. Будет. Значит, здесь... Тень ерунда, это ерунда, ерунда, ерунда. Значит. Да, это крутая карта. Для Чарда. Но, если честно, мне не очень хочется. Я лучше вот этих ребят возьму. Так. Вообще, эти всякие, да, просто контролировать стол. Вот эти ребята пойдут, я думаю. Значит, кто мне еще нужен? Мне нужна Сильвана, мне нужен Black Knight. Из тех, кто мне прям вот очень хочется. Кого? Самые тяжелые карты будут. Давай шестерки. Black Knight. Итак, мне нужно что-нибудь еще. Что-нибудь, наверное, такое довольно дешевое. Чтобы еще мне положить. А! Я вспомнил, что я хочу. Ну, конечно же, я буду всякие нерейджи, таскмастеров класть. Два таскмастера уже хорошо. И, наверное, все же еще рэмпэдж положу. Рэмпэдж. Может быть. Может, не буду рэмпэдж класть. Не знаю, от чего отказаться.
принципе, это неплохо, это неплохо. Может быть, кросс... Да не, вот это ерунда. А, думаю, все же это ерунда. Рэмпаж за 2. Ну, вот такая вот колода получилась. Вперед. Где убивать? Прогорец немного дорогой, я считаю, что за четверку магнотавры они будут лучше себя проявлять. Не знаю, я думаю, да. Я думаю, сработает. Окей. Первый раз, по-моему, я буду разыгрывать эту карту. Вообще. Ну, тоже так могу. Я могу на следующий ход достать... Окей. Хорошо. Интересный момент. Так, я могу сделать укус смерти. А зачем это мне надо, не вообще не ясно. Могу его зловещую статую достать, и пускай ломается. Да, давай. И я убью тебя. Привет, Вивис. Не уверен насчет виспов, Морлоков. Мне кажется, 7-7 таунт на четвертый ход очень, очень неплох. Такое у меня есть легкое предчувствие. Не знаю, с чем оно связано. Но мне кажется, это все же довольно солидная штука. Hello, Goodfin. Магнотавр. Убиваю, убиваем. Убиваю. Магнотавр бьет сюда, убиваю его. Тоже нормально. Еда. Да, два существа будет соединиться здоровье. Найс. Ериколас МС2, привет. Окей. Я могу в инрейдж вести его. И что сделать еще? А чем мне его в инрейдж водить? Не ясно, непонятно. Могу сделать фаерворкс и берсерка ударить лицо. Да, пожалуй. Ну, Скарлетт. Ну, потасовку уже тебе скрины подавай. Ну, хорошо. Не знаю, Висп. Как так?
Okay. Котейка, нельзя качество менять периодически. Это нормально. О, братишка, я тебе весточки отправлю. Ну, Годгефест точно знает. Все четко. Механика вызывали? А, он даже, у него даже есть фраза с Магни. О, братишка, ничего себе, я первый раз слышу. Ничего себе. Круто, круто, круто. Интересно. Мне надо решить. Окей. Я не просек. Так, и что я должен сделать? Возникает вопрос. Достать дисбайт? Ну как-то так. Может, так. Вообще там. Убрать это довольно трудно мне сейчас. Ну давай. Может так? Нет, нет. Не нравится мне этот ход, но черт с ним. Это все священный чатик, Висп. Целительный. Что он сказал про братишка? Да. Эй, братишка. Ну, потому что я действительно вроде как братья. Два вот этих персонажа. Вот этот вот и вот этот. А третий брат у них умер. Ну, такая вот у них тяжелая и печальная история. Мне надо решиться. Немного больно, конечно, но ладно. Никогда не игнорю. Все-то врешь около. Как тебе не стыдно? Муради номер, да? Один король, второй исследователь, третий воин. Вот. Окей. Нет, это не боевой клич, это серия приемов. Ну, продолжим. Мы еще не раскрыли потенциал этой колоды.
Пару игр нам надо еще сделать. Как же, когда? В Нортренде, в последней миссии за Альянс в третьем Варкрафте. Привет, Маглуха. Благодарю. Так, нет, погоди, погоди. Давай, можно даже все оставить. Ну, тебя, пожалуй, не надо. Не понадобится. Комбинуска. Как-то он там не умер, если он там умер. Мне это надо. Больше никогда и нигде он не появлялся. Или затем 4. Вот это вообще такое крутое комбо. Уроги. За единицу ремовал с чего угодно. Бустер. Да, давай, 4-4. После погребения становится с нулевым здоровьем. Я не знаю, я не видел такого. Давай, Дипса. Я готов выслушать его. Какой? Что, Магний остался живой? Окей, я готов. Ой, не Магний, а этот, Мурадин. Так много вариантов. Ах, он, оказывается, выжил. Ну ладно, окей, я быстрее нашел, чем ты согласился на спор. Чем я согласился на спор, ты подтвердил. Руки не пожали, ничего не случилось, все, ура, ура. Ты меня объешь уже? Еще серьезно. Пипец. Вот это жесть. Это жесть. Ха. Да, это забавно. Ну, где мне, наверное, лучше больше таунтов, нежели. Да, я больше талантов поставлю. Ну да, чё, коль я сижу за компьютером, чё я не могу загуглить? Могу.
Что, пожал имбинушкой ударю. Не, беда, конечно, у меня по здоровью, но что делать? Привет, Лайтхаммер. И... занят, окей. Не, ну хорошо. Хорошо. Как скажешь. Где два мой тюнзайн оказался? Ладно. Да, здесь, конечно, можно вообще лицо так разорвать, секунду. Читерные рога. Да, конечно, будет арена. Сейчас я буду 5 часов сидеть и потасовку играть. Ну, я даже тебя, пожалуй, достану. Или нет. Ну, сразу уберу. Не, давай тебя. Ну, плохо сова, конечно, будет, ну ладно. И, конечно, будет сова. Как же без совы? Окей. Так. Ну, кобрам не хочется, давай тебя, наверное. Плюс вот это еще можно оставить, да, для того, чтобы вождем. Бить. Я им покажу! Я им всем покажу! Ну, не факт, что патрон всех разорвет. Интересно. Просто будут существа, которые больше атаки, чем три, что ты сделаешь? Я могу, наверное, что-то типа такого сделать. Я им покажу! Я им всем покажу! Окей. Не буду так делать. Окей. Так, ну давай. Мне кажется, мне проще тебя сделать. Хорошо. На самом деле ничего хорошего, но а что сделать? Дурацкие мэд-сайентисты. Да, вторая ловушка. Но на самом деле не надо было бить, но ладно, хрен с ним. Да дурацкие, конечно, эти. Глупые ловушки. Окей. Тебя надо делать.
Ну давай. Да, не надо было атаковать. И, в общем-то, и все. Я сам натупил. Надо было просто держать и, ну, просто выставить, и все. Сразу. Окей. На четвертый ход можно сделать комбинацию. Можно вообще-то так сделать. Давай. На пятый ход сделаю комбинацию. Будет второй ход, третий ход. Четвертый ход что-нибудь придумаем, мне что-нибудь придет. Потому же насмотрщика плюс Гордина. Ну, вообще здесь Molten Giant-ы, конечно, серьезные. Покупаешь или продаешь? А еще БГХ здесь неплохо. Да много чего можно придумать. На самом деле. Благодарю, Трезво. Окей, хорошо, давай. И начну с вот этого. Ну, Molten Giant Shadow Flame, окей. Я не против, я тебя убью. У меня ровно летал есть. Это не то. Corruption. Тоже не серьезно. Победа. Это 14 урона, да, получается? Комбинация. Довольно много. Ладно, последний раз. Чтобы выявить победителя между оппонентами и мной. Да, два же. Не, мне ничего не надо. Не знаю, зачем мне, значит, мастер брони. Если честно. Да, она здесь не очень мне карта. Но он не атакует, я не атакую. Честно. Становится жарко.
Хорошо. Ну, я могу Гобра запустить Нила, чтобы по кривой сыграть. Ну, ладно, я могу и так сыграть по кривой. Могу тебя достать, раз. Не-не-не-не. Получи по наковальне! Повер-эр-вэл, окей. Да, это потасовка. Я могу убрать Воргена. Так, что касается этих двух. Ну, я убью одного пучка. Здорово это. Да так. Да не, наверное, Воргена кину. Блин, ну ладно, черт с тобой. Win condition вообще. Надо что-то делать. Давай. Делаем так. На следующий ход, по идее, я нейробское яйцо запущу. Чистый зо. Ну хорошо, зо так зо. Проверим, как она работает. Мне жаль. Сама себя бафает. Ну да, точно работает. Забавно. Дурацкая сова. Дурацкая сова. Что пытавал. Ну хорошо, давай. Атаку. Все равно потихонечку я теряю карты, а у него вроде как бы обилка его спасает. Добавь карты у меня нет. Ну, ладно. Иди сюда и сражайся, трус! Интересно. Я могу змею брать. Либо я могу сделать даже так. Да, я могу и то сделать. Value. Становится жарко. Да, похоже, я проиграю, потому что у меня нету карт. Нету добора вообще. Неожиданно для меня, что здесь такой долгий бой получится. Окей.
хорошо, я могу разбить. Я уже уезжу. И как? Что, будут мультины? Блин, кто-то тоже хорош. Это секунда. Кто еще? Два. Угу. Да, опасная штука. Благо убить я хотя бы его могу. Да ну нафиг. Самое вовремя. Если я еще и следующий ход его же достану, то вообще беда. Нет, я его не достану. Грязно. Да, просто по картам меня выиграл. У меня. Беда, беда. Я не очень выравливаю.